You and I go hard at each other like we're going. Мои родители делают ремонт, и уже неделю я живу у бабули. А это значит каждый день вкусные пирожки. Вот только сегодня пирожков не было, и холодильник был пустой. Бабуля сидела и обматывалась фольгой. Она устанавливала связь с космосом. Оказывается, бабуля пересмотрела РЕН-ТВ, где говорилось, что пришельцы живут среди нас. Я позвала на помощь маму. Однако мама, посмотрев РЕН-ТВ, сказала, что больше в нашем доме не будет никаких шампуней, так как там один лаурин сульфат натрия. Мне надоело видеть пустой холодильник, и я решила принимать меры. Я включила ей первый канал. Началось шоу «Пусть говорят» о том, как подростки кого-то убили. Теперь у бабули в доме опять еда. Вот только бабуля стала рыться в моих карманах. Вдруг я что-то от нее скрываю. Ситуация так себе. Я играла в интересную игру на телефоне. Вдруг телефон начал садиться. Ну ничего, еще 10%. Интересно, что там в инстаграме? 5% батареи. Надо зарядить. Пришла на кухню за зарядкой. Мне позвонила Лиска. Сказала, что у нее важные новости. Вдруг телефон показал 1%. Я посмотрела на розетку. В розетке была воткнута мультиварка и телефон отца. Выдерну телефон отца. Но отец сказал, чтобы я даже не думала об этом. Я забежала в зал. Телефон уже сел. В зале спала мама. Надо убавить телевизор. Как она спит с такой громкостью? Но мама сказала, чтобы я положила пульт на место. Она смотрит. Я повернулась к маме, но она уже спала. Да. Ситуация так себе. Мой отец всегда был спокойным человеком, пока не появилась эта песня. Она очень нравилась бабуле, и та постоянно ее слушала. Отцу эта песня тоже сначала даже нравилась. Эта песня частенько играла у меня в комнате. Эта песня играла в магазинах, автобусах и даже в папиной любимой пельменной. Однажды я сидела на кухне, и у мамы зазвонил телефон. На звонке стояла та самая песня. Ситуация так себе. Мои родители купили новую квартиру. Отец даже наклеил сам обои. Сказал, что так модно. Мама прилепила какие-то фотообои. Сказала, что это для фотосессий. Вечером пришли гости. Тетя Люся и какого-то фига отличник Ванечка. Отец был очень рад гостям. В принципе, как и я. Ну а потом началась туса под любимую мамину песню. Отец очень любил тусовки. В принципе, как и я. Наконец гости разошлись, им можно полежать. Зашла мама и сказала, что за гостями нужно убраться. Нормально. А я вообще их звала? Ситуация так себе. Был скучный урок литературы. Зашла училка и сказала, что сегодня вечером будет бал в честь 14 февраля. И так как мы 11 класс, то среди нас будет выбираться королева. Опять это чушь. Да кому нужен этот бал? Училка сказала, что король бала уже выбран. Это Олег. Я решила участвовать. И кто бы знал, что именно мое имя училка вытянет среди всех. Я не могла поверить своему счастью. Я королева, а Олег король. Нужно подготовиться к вечеру. Выщипать все ненужное. Подкорректировать немножко осанку. Ну и, конечно же, накрутить кудри. Я зашла на кухню. Бабуля готовила кашу. Она спросила, буду ли я есть. Я была очень голодной. Бабуля сказала, правда, аккуратнее, эта каша немножко слабит. Что? Слабит? Я побежала в туалет. Кажется, мой бал накрылся. Ситуация так себе. Я собиралась в школу. Решила уложить волосы. Но потом вспомнила, ведь сегодня будет занятие у математички. А значит, нельзя никакую помаду и никаких волос. Мама сказала, чтобы и серьги я тоже сняла. Я забежала в класс со звонком, но математички еще не было. Лиска ответила, что она в салоне где-то через 20 минут. Была глубокая ночь. Я сидела за компом. А завтра в школу. Мне захотелось поесть. Если мама узнает, что я еще не сплю, мне конец. Решила по-тихому сходить на кухню. Заодно зашла в туалет. Наконец зашла на кухню. Открыла шкаф, потянула за печеньем и просыпала все печенье. Немного поела. Затем попила. Пошла обратно. Вдруг кто-то чихнул. Это была моя мама. Ситуация так себе. I go hard